Привет, друзья! Вывез я тут друзей погулять по берегу моря. О! Друзья, у меня маньяки, хлебом не корми, дай прогуляться к морю. А что тут хорошего? Тут ветер и холодище. Че ты, испытываешь восторг и удовольствие? Конечно, конечно. В любом месте я всегда в своей тарелке, если у меня есть смартфон. Море прекрасное в эту погоду. Правда, люди тут уже возвращались от моря. Я их спросил, как там, есть урожай ракушек? Нет, говорит, нету. Уже пособирали. Пособирали люди и животные. Хотя почему? Вот они, рапаны есть. Есть. Ну, шторм, конечно, небольшой, но, может быть, ночью было побольше. Есть разные места, где побольше ракушек выбрасывают, где поменьше. Вот, срочно я снимаю, пока есть солнышко. Вот такая красота. Сейчас солнышко зайдет, и будет совсем не так весело, как сейчас. Красота, море накатывает. Дамы наши ушли дальше туда гулять. Оксана ушла с палочками скандинавскими. Опа, посильнее волна, посильнее прочих. Хотела меня поглотить пучина морская. Что первый снег в Анапе. Ну, конечно, он был такой. В прошлом году тут был очень красивый первый снег, прям пушистый, сантиметров 5, было хорошо, красиво. Да что такое-то, беспокойное море-то? Прям смотри, за мной следует и все. Подкатывает. Подкатывает, захватить меня хочет. Вот, друзья, легко ли стать пенсионером? Легко, конечно, если вы вот так настроите, что ой, вы теперь свободный человек и можете гулять. Ну, если вы окажетесь в Анапе, то вы можете гулять по берегу Черного моря, пустым пляжем, собирать ракушки. Ой, да много ракушек-то, достаточно много. Конечно, и мусор есть. Вот. А если вы в Сибири, ну, в Сибири как? Если в таком промышленном городе, как Кемерово, то желательно, конечно, выехать за деревню Осиновку и там по лесной дороге гулять вдоль леса. Можно проще доехать до Сосового Бора и там гулять. Везде есть своя красота. Везде. Вау! Сегодня 4 декабря. С утра немножко сыпал снег. Я даже вышел на улицу, думаю, может быть, где там снега побольше. Ну, побольше оказалось только на ветровом стекле машины моего соседа, которая стояла на улице. Ксюша уже сбегала на лыжных палках куда-то туда далеко. Возвращается. Привет! Привет! Классный денек. Зимний в Анапе. Ай, вода. Уходи. Нас не догонит. Мы на палках. Идем быстро. Нас не догонят, да. Нас не догонят. Вроде даже ветерок стих, мне кажется. Да. Так что будем гулять, пока не мерзнем. Плюс 4, наверное, в Анапе сегодня. Ну, не знаю, плюс 4 в Гастагае. Здесь больше? Ну, а здесь, наверное, 5,5. Не знаю. На ветерке не жарко, а без ветра очень хорошо. Из дальних стран
Из дальних городов летят в нашу Анапу самолеты. Чё сюда людей несет? Может быть, кто-то летит в санаторий прилечиться. Более 20 санаториев круглогодично работают в Анапе. Можно проходить курсы лечения. Вот, красота какая-то. Дышать насыщенным морским воздухом. Серега пытается снять уникальные кадры. Ну, какие они уникальные? Они тут у нас каждый день. И спокойное море. Минута релакса. Недалеко от моря обнаружил скопище ракушек. Возможно, кто-то выковырял тут рапанов и все остальное оставил любителям красоты.